Волнение, переживания и весь спектр эмоций. А как не переживать, говорит Марина Черникова. Ведь не каждый день сын становится выпускником прославленного Голицынского пограничного института ФСБ России. Путь от курсанта до офицера, признается мама, прошли тоже всей семьей. Мы его поддерживали как могли. Было сложно, все было, но он выдержал этот момент, выстоял. И сегодня мы им очень гордимся. Это замечательный мужчина. И думаю, в дальнейшем его путь тоже сложится замечательно, как настоящий российский офицер, он пойдет этой дорогой и будет стоять на страже своей родины. Татьяна Одинцова не понаслышке знает и понимает эти эмоции. Она тоже мама пограничника. Главное мероприятие у нас в Подмосковье и в Одинцовском городском округе, потому что мы выпускаем в нашем замечательном вузе достойных защитников России, пограничников, офицеров. Мы желаем им счастья, здоровья, чтобы у них все было хорошо. И самое главное, чтобы они себя берегли и крепко любили свою родину, ее охраняли. Сказать все самые достойные слова в адрес будущих защитников хотели многие. Я сам офицер запаса и знаю, что ребята сейчас чувствуют в этот день. Конечно, это гордость, это стремление защищать родину, и это правильно. Я сам воспитал двух дочерей офицеров. Одна из них училась в Голицынском пограничном институте. И я очень горжусь, что сегодняшний день мы можем поздравить наших замечательных пограничников. Это и почетно и для меня, для всех жителей Одинцовского городского округа, потому что Голицынский пограничный институт – это элита пограничной службы, элита ФСБ, молодые и красивые ребята. Я точно был и на том, как они принимали присягу, то есть я два раза в год обязательно здесь бываю. Это и почетная миссия, и мы гордимся нашим институтом. Голицынский пограничный институт выпустил более 25 тысяч офицеров-защитников государственной границы. Среди них 20 героев Советского Союза и Российской Федерации. Более 100 выпускникам присвоены высшие офицерские звания. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».